Доброе утро. Меня попросили море акварелью, я подумала, зачем долго ждать, если действительно это очень просто, быстро. Главное, самые важные моменты прособлюдать. Вот я сейчас с вами постараюсь это сделать. Итак, море – это картинка из двух плоскостей. Небо и море. Очень простая, мы даже берег не будем сегодня делать, просто море. Смотрите, то есть нам нужно будет разделить нашу картинку пополам. Когда линия горизонта делит картину пополам, это никогда не посередине, это всегда или выше середины, или ниже середины. Итак, поскольку акцент на море, то небо, наверное, будет меньше, или наоборот, море меньше. На чем акцент, да? Давайте на море все-таки акцент, просили-то море, а не небо. Значит, море будет меньше. Начнем с неба. Большой кистью я смачиваю. Самая интересная часть в акварели – это когда вы рисуете по-мокрому. Поэтому чистой кистью и водой верх вашей картины немножечко смачиваем водичкой. Берем кисточку поменьше. Вот у меня три кисти побольше, поменьше и совсем такая потоньше. Да? Номера четверочка из того, что тонкого. Это десяточка, а это вообще какой-то гигант. Три четвертых. Смотрите, на небо я возьму какой-то такой синий цвет. У меня есть небесный цвет, очень красивый синий оттенок. Я его... Так не видно, что это за акварель. А вот на отдельной палитрочке я его с водичкой размешиваю и понимаю, ага, вот такой цвет. Более насыщенный возьму. Лист немножечко гнется, это не страшно, он потом выровняется. И вот там вот верх неба, вот такими вот пятнами, вверху более плотно, к низу более свободно. Вот так вот разнесу, то есть к низу поменьше, да, этих пятен. И давайте еще какой-то синий оттенок, вот проверим, что это за синий. Обычная медовая акварель, которая есть у всех, у кого есть детки, ходящие в школу, тоже подойдет. Возьму еще вот такой синий оттенок. Но если у вас не огромный ассортимент там, да, синих оттенков, 24 цвета, возьмите синий и голубой, например, и вот немножечко ими погуляйтесь. Вот добавлю еще такой более спокойный синий цвет на верхушку неба. Практически все я добавляю наверх. К низу мое могу вот так развернуть небо, и оно немножечко стечет. И получатся вот такие переходы с облаками. Могу взять пульверизатор и слегка взбрызнуть кое-где. Видите, так сразу капельки размыли краску. И еще так дать ей растечься, да, то есть вот эту текучесть в акварели, ее надо использовать, не бояться ее, что, ой, сейчас все потечет не туда, куда нужно, а вот акварель это та краска, которую иногда не контролируешь, то есть она сама порой делает то, что ты как бы и не собирался. И вот такое светлое небо я оставлю к низу, можно сказать белое, да, может быть местами так вот кисточкой оттяну вниз какую-то голубинку, но в принципе мне нравится чистое небо к низу. Дальше фокус. Тихо, ты чего? Мама тут. Иди ко мне, иди сюда. Иди, моя девочка. Иди, смотри, что мама делает. Смотри, мама небо нарисовала. И вот вы будете наблюдать, чем дальше она течет, тем симпатичнее получается. Дальше фокус состоит в том, что нам нужно нарисовать линию горизонта, но если она соприкоснется с мокрым небом, получится сразу растекшаяся синяя капля, и никакой ровной линии вы не увидите. Поэтому давайте мы или подсушим это феном, но фен не под рукой, доставать не буду. Начнем снизу просто. Большой кистью я смачиваю лист внизу. Что очень важно в акварели, так это определиться, я вроде бы говорила об этом, да, где у меня светло. Так вот, светло у меня будет вот где-то здесь по центру, такие засветы. Я даже там не сильно мочу краской, мочу водичкой, простите. А внизу я хорошенечко смачиваю, внизу будет темнее. И на горизонте какая-то четкая линия, довольно темноватая, тоже будет. Посмотрите, какое небо, хотя мы ничего не делали. То есть это акварель рисует сама, такая определенная магия. Я беру цвет для моря. Вот мне очень нравится такой синий, да? Вы берете тот синий, что есть у вас. Я наношу его снизу и по краям, пока линию горизонта четко не отделяю. По краям, смотрите, снизу больше, кверху вот так вот от краев к центру приближаюсь, вот такими полосками оставляю. Там пока ничего не делаю. Вот вам, собственно, уже море, такой намек, да? Обязательно стараюсь оставить все эти белые прожилки. Беру вот такой очень темный оттенок синего. Если у вас такого нет, вы берете на палитрочке, смешиваете синий с капелькой черненького можно, да, или с капелькой зеленого, посмотреть, что получится, или и черного, и зеленого, или каплю фиолетового. И таким образом немножечко меняете оттенок своего синего цвета. Вот таким синим. Очень темным, видите, в нем и зелень, и чернота есть. Поэтому вот такой вот цвет я добавляю
по самому низу и по краям тоже вот такими полосками. Вы уже поняли, что акварелька моя сама растечется, и эти полосы станут шире, поэтому я заранее оставляю между ними пробелы. Мама, сейчас по-быстрому тут. По-быстрому, тут все очень быстро. Дальше я беру вот такую тонкую кисть сразу, чтобы себя остановить. У меня есть вот такой потрясающий бирюзовый цвет. Просто хвастовство всеми синими оттенками, кто любит синий, да? А кто любит море, тот любит и синий. Если у вас такого нет, это голубой, в который вы можете добавить капелюшку желтого. Давайте я вам даже покажу. Ну вот, вот этот цвет у меня претендует на голубой, да? Вот. В него я добавлю капелюшечку желтого. Вот еще вот этот весь приплету. Кстати, получу отличный морской оттенок. Если будет больше синего, я этот цвет тоже буду использовать сейчас. Вот видите, он такой бирюзовый дает. Если будет больше синего или голубого, он будет еще нежнее. Вот для, давайте для начала голубым или чисто голубым, или с каплей желтого в центре по сухому я делаю вот такие вот прожилки. Вот просто гуляюсь кистью, заходя на свои мокрые края, посмотрите. На мокрых краях оно растечется, на сухих останутся прожилки. Возьму кисть плоскую и постараюсь аккуратно бочком кое-где, вот так вот, если у вас получится, процарапать. Я ее прям плоско кладу, можете потренироваться на другом листе каком-то. Процарапать и оставить вот таких вот прожилочек. Я делаю это на акварельном листе, и вот такая рифленость от акварельной бумаги тоже остается. Обязательно оставляю чисто белые засветы. Я так спешу, что прям язык-то заплетается. Беру вот этот синий с желтинкой, да, и вот прям зеленый изумрудный. Но он не зеленый, он больше должен отдавать голубинкой. Этот цвет вот по полусухому, полумокрому, вот такими черточками я делаю здесь внизу и по краям. Чем выше, тем они уже. Обязательно от края к центру. От края к центру. От края к центру. Обязательно берегу светлоту, да, максимальную светлоту и какие-то полутемные, полусветлые прожилки по самому морю. Снова беру свой очень темный синий, он у меня, вот прям смешаю с вот этим полузеленым. Если у вас нет, вы помните, вы берете синий, туда чуть-чуть черного, чуть-чуть зелени, и будет такой вот тоже темный цвет. Еще подтемню края, еще более активно. Просто черточки. Черточки, они сами по воде растекутся так, как нам нужно. Ну, по возможности горизонтальные, но тут уже как у вас будет получаться. И посмотрите, линия горизонта как-то вдруг сложилась у нас сама, да? Вот здесь вот вода, где... Это не видно на видео, но это будет видно вживую у вас. Видите, вода мокрая, а вот бумага. Этот промежуток, его как бы немножечко будет видно. Если вы хотите его избежать, то лучше вот полностью дойти до ней, там, пониже неба, потом высушить феном и отчеркнуть линию горизонта. Или если вдруг такое получилось, то очень чистой водой и кистью можно немножечко этот стык растереть. Очень ласково. Но в основном небо внизу у нас прямо белое. И благодаря вот этому голубому и легкой изумрудности, да, зелени, вот такие морские оттенки получаются. Слегка волнующееся облачное небо. И давайте все-таки попробуем немножечко аккуратно черкнуть линию горизонта, если в этом есть необходимость. В общем-то, в этом рисунке как-то так получилось, что я ее уже прособлюдала. Но если нужно, да, отчеркнуть ровненько, а скорее всего нужно, нежным голубым, очень аккуратненько, я вот стараюсь там так ровненько отчеркнуть, на серединке останавливаюсь и здесь так ровненько отчеркнуть, на серединке останавливаюсь, вымываю. Серединку вот сухой кистью без воды слегка сношу, собираю этот цвет. Как бы центр он такой очень заслепленный, там даже не видно линии горизонта. Вот здесь лишнее пятнышко я аккуратненько мокрой кистью могу так немножечко затереть. Где-то, если чуточку вот там смоется море с неба, может быть, такая деталь может быть. Ну, собственно, вот в этом все море. Самое главное это добавить красивые сочные цвета, вот такая изумрудность, то есть синева с легкой желтинкой чистой может дать вам вот такую бирюзу. Обязательно оставить много белого неба, вот таких облачностей, да, каких-то пятен между небом, и обязательно оставить вот таких вот прожилок, можно, честно говоря, прямо до низа, видите, я просто так съела их внизу, могу максимум кистью
Могу показать вам фокус, как это сделать. Взять салфеточку такой вот трубочкой, и по низу можно слегка такой трубочкой промокать до какой-то светлоты. То есть я вымакиваю воду, а вместе с ней краску, и светлю свое море внизу. Кстати, очень хорошо получилось, в том смысле, что такие неровные брызги, да? И вот могу еще немножечко. В общем-то, если вы оставите светлое, если у вас получится довольно ровная линия горизонта, то ваша картина получится практически точно. Если вдруг не получится, не расстраивайтесь. Акварели такое бывает. Именно поэтому я не очень показываю ее для новичков. А наше все-таки все творчество для новичков и для тех, кто хочет с какой-то стороны подойти к живописи, да? Я пытаюсь по этому ровному своему тону сделать каких-то тоненьких парочку прожилок, чтобы море заиграло. Волны, да? Вот не однотонная, а какая-то игра темных и светлых краев. Море внизу темнее, кверху светлее, по центру засвет, вверху небо темнее, к низу светлее. Ну и, собственно, вот море. И акварельное море, ну это просто вот акварель, его писать писано и велено, да, потому что водой рисуете воду. А еще я обожаю это делать на море, когда ты морской водой рисуешь море. Это отдельная романтика, и я обязательно вам такое покажу однажды. Но пока вещаю из квартиры. Вы, я думаю, находитесь там же, и вот такое море можете себе нарисовать. Когда все полностью высохнет, можно черкнуть пару чаечек, можно там, можно какой-то кораблик, но это уже кораблик, это тоже отдельная работа, его нужно. А вот если просто море, можно пальму, пару веток. Если просто море, вот этого уже достаточно. Так что наслаждайтесь, это очень просто. Я очень хочу надеяться, что у вас точно получится. Присылайте ваши работы.